Выпавший недавно снег как нельзя кстати дал возможность по достоинству оценить ходовые характеристики появившегося в Бишкеке долгожданного нового Hyundai Santa Fe. Заявленная производителями как совершенный кроссовер, новинка немедленно была отправлена на дополнительный тест-драйв в наши суровые горные условия, где и удивила своими качествами всех желающих протестировать авто. День выдался богатым на впечатления от вождения. Для тестов была выбрана классическая схема движения по шоссе в скоростном режиме и по пересеченной местности, отягощенной крутыми обледенелыми подъемами. Полигонами избрали площадки в направлении к горнолыжным базам Аларчинского ущелья. Кстати, многие водители до сих пор скептически относятся к представителям этого модельного ряда корейского автогиганта. Но тесты в наших условиях показали совершенно обратное. Санта-Фе безболезненно справился с виражами, ухабами, подъемами более 12 градусов, целинным снежным покровом и другими препятствиями. Автомобили Hyundai Santa Fe будут представлены кыргызстанским покупателям в оснащении рядным двигателем 2,4 литра, дизельным двигателем 2,2 литра и V-образным объемом 3,3 литра, мощность которых составляет 175, 197 и 270 лошадиных сил, а также шестиступенчатой механической и автоматической коробками передач. Внутреннее убранство просторного салона позволит максимально комфортно наслаждаться поездкой и самому водителю, и его пассажирам, которым дополнительное обозрение окружающего пространства добавит и панорамная крыша. Удобна в эксплуатации приборная панель, эргономичная и без лишнего пафоса. Автомобиль оснащен и вместительным багажником, в котором без затруднений можно перевести груз объемом до 600 литров. Однако главное преимущество машины создатели заключают не только в современном дизайне. Прежде всего, это качество и невысокая стоимость эксплуатации, запасные части, сервисное обслуживание и 5 лет гарантии. Так что теперь автоновинку можно приобрести в салоне компании Asia Motors по адресу город Бишкек, улица Горького 5, телефон 53 2003.